Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу вам показать пляж в Тамане. Покажу вот море. Сегодня очень у нас жаркая погода. Как вы видите, народу, в принципе, достаточно. Если говорить про пляж, то он здесь у нас галечный. Люди лежат прямо здесь, на полотенцах, на гальке. Те, кто хотят, они берут лежаки и под навесами. Взять лежак будет стоить 200 рублей. В прошлый раз, когда мы были в Тамане, был шторм, были волны, а сегодня водичка очень спокойная. Давайте вообще посмотрим, есть ли водоросли. Ну вот я не вижу пока водорослей. В этот раз они были прямо у берега, их было очень много. Давайте потрогаем водичку. Ай-яй-яй, а камешки-то горячие. Ну что сказать, первые ощущения, вода прохладненькая, но в принципе терпимая. Да, думаю, если вам прям очень жарко, то вы с радостью окунетесь в эту такую прохладненькую водичку. Хотя, знаете, вот у меня уже ноги привыкли, и в принципе неплохо. Очень много людей, которые купаются, не только лежат, загорают с кругами, в масках, в очках. Вот так вот. Сегодня очень хорошая видимость. Видно даже Крым. Вот впереди как раз, впереди вот это Крым. А там уже у нас Темрюкский район, другая оконечность. Вот так вот. Да, вот мне сегодня очень нравится, что чистая такая вода. Ни одной водорослинки не видно. Вот просто посмотрите. Да, какие-то такие мелкие, но не такое количество, как было в прошлый раз. Здесь очень спокойно, спокойнее, чем в предыдущих поселках. Предыдущих, это я имею в виду Голубицкую, Кучугуру. Здесь какой-то более простой, знаете, отдых. Насладитесь вот этим звуком моря. Посылаю вам лучи солнца, теплого моря. Если вы планируете приезжать, то приезжайте, море вас ждет. Прекрасная погода, считаю. Да, хочу добавить, что это только вход в воду с камешками, затем там уже идет песочек. Дети булькаются, резвятся в воде. Ветра сегодня совсем нету. И поэтому очень так пригревает, знаете ли. Вот так вот. Пляж центральный, приличного размера такой. И вдоль вот всего так поселка идет пляж также. Есть свои спуски с каждого дома. Вот так вот. Наверху, соответственно, парк. Сквер Лермонтова. Так. Мне очень нравятся пейзажи Тамани, потому что это и Крым видно, это и другой берег Темрюкского района, и кораблики здесь всегда стоят. Если вот так вот поделать какие-нибудь фотографии, то это красиво, конечно же. У меня даже появилось желание искупнуться. Вода хорошая, да.
все-таки все зависит от погоды. Есть ветер, вода не совсем теплая, не успевает прогреваться. Если же ветра нет, то вода становится очень такой приятной. Но я все-таки не решусь какие-то итоги подводить насчет теплоты воды, потому что у всех ощущения разные. Если для меня, возможно, сегодня такая приятная температура воды, то для кого-то, возможно, она будет прохладной. Если вы отдыхали в Тамане, то пишите, как вам здесь отдых, как вам море, всегда ли оно настолько спокойно, или оно, наоборот, чаще всего бушует, бунтует. По моим личным наблюдениям, море здесь все-таки чаще вот такое, то есть спокойненько. И оно практически никогда не бывает холодным.